«Дети – наше будущее». Эта привычная фраза воспринималась буквально участниками рабочего совещания. Ведь именно им, руководителям отрасли образования, предстояло обсудить внедрение новых стратегий в систему обучения, а также объединить усилия для достижения общей задачи – повышения уровня образования, воспитания и проведения досуга детей и молодежи. Нам очень важна интеграция и взаимодействие межведомственное. Это культуры, спорта и молодежной политики, образования, потому что мы работаем в едином пространстве Щелковского муниципального района. Очень много, безусловно, вопросов возникает по непосредственной деятельности образовательных учреждений, финансово-хозяйственной деятельности. Мы, безусловно, обязаны на них обращать внимание и, безусловно, их устранять и учить и контрактных управляющих, да, чтобы впредь эти нарушения не повторялись. На совещании особое внимание обратили на занятость детей в каникулярное время. Определили квоту от всех образовательных учреждений для ребят, которые смогут посетить лагерь «Юноармеец» с 29 октября по 10 ноября. Обсудили задачи, поставленные перед системой образования как губернатором Московской области, так и руководством Щелковского муниципального района. Безусловно, мы рассчитываем и на бюджетные средства, и на внебюджетные средства. Да, то бишь, учитываем все составляющие этой работы. На сегодняшний день неплохо образовательные учреждения ведут работу по развитию дополнительных платных услуг. Вот. Это не означает, что образовательные учреждения переходят на платную основу. Это означает, что образовательные учреждения ведут дополнительные платные услуги, востребованные жителями Щелковского муниципального района. Юрий Родионов уточнил, что этот дополнительный источник дохода позволит развивать кружки и секции по всем видам направлений образования, а также подчеркнул, что подобные совещания будут проводиться ежемесячно. Говорили и о заслугах. Самые активные работники сферы образования были награждены почетными грамотами по итогам проведения мероприятий, посвященных 70-летию Победы, и за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Ольга Аржанова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».